Hello, it's me. Ага, can you hear me? Так. РБшника валили, теперь нам куда-то вниз. Вот тут. Центральный портал ведет обратно, центральный верхний. Мы сможем туда вообще допрыгнуть-то? Да. Так, допрыгнул. Чё, вниз сюда? Да. Или наверх? Да куда хож? Я не знаю, куда я хож. Ну там, видишь, какой-то... Там выход. Да, вот именно. Ну ладно, давай вниз. Где я? Да ёб! Центральный. Я головой ударился. Я молодец. О! Там это сложно. О! А за это нельзя, только за левитирующий. Так, наверху какой-то порт. О! Мать, что это? А, это вот это колесо, которое упало. Угу. Во, мы идем вниз, правильно? Ну, перельемся. Чё нам? Они все единовременно зажигаются, практически. Та-та-та-та! Зёба! Да. Ой, там этот моб гадский. И портал, который можно сломать наверху. Слева. А-а-а! Да скотина-то. Энергия слева, портал закрытый слева. Вау, дерзко мы пойдем. Оп. А, окей. А, можно сломать коридорчик себе, путь открыть. А, ну вот, да, и нам налево, типа. А, тихо. Под платформой в центре портал. Ядрит. Одна. Да. Да, мясорубочка. Во. Ой, мерзкие белки. Бешеная, да? Да. Все, она умерла сама. Я ее не трогал. Так, этот постоянно... О, это засада. Встать можно только на платформу. Руда, обратите внимание, левый нижний угол. Ой-ой-ой-ой. Нам куда вообще? А, вот в тот порт вообще. Ой! Так-так куда-то правильно идем. Там два, да, отверстия. Стоять, к сожалению, на них нельзя. Там что, какой-то полувосходящий поток? Да. Та-дам! Переливание. Да-да-да. У тебя с икса слетел меч, ты все переставил наоборот. Икс меч. Игрек молоток, да. Они разные. Зараза!
О, ля-ля. Так, это все круто, как туда попасть. А, понятно. Там руда. Жизнь и руда. Да. Ага. Порт. Ну, откроем порт. На всякий случай сразу открыть. Да. Мало ли вдруг опять куда-то бежать. Но вроде бы нет. Не бежать, скорее всего, в конце чем-то. Возможно, еще чем-то наверху. А, да. Вот в эту кулаку мы не попали еще. Ну, слушай, да, как мы прошли-то вообще мимо. Опс. Окей. Вот этот портал ведет, ага, туда. Да, да, да. А этот портал где? Вот. Это он? Ну да, он тут один. Да. В этом краю. О, вот она же, зёба. Да. Ну только как это сломать-то вообще, ничего-то не понимаю. Луч этот почему-то не продамаживает эту деревяшку. А, слушай, реально, что делать-то? А, вот так, окей. Тихо. Так замечательно видно. Да. Ну и все, осталась последняя штука, она где-то наверху, типа, да? Да, на самом верху. Угу. Порвал? Где мы? Вот мы. Почти. Да, что ж ты делаешь? Портал. О, да! Так. Это так, центр. Так, здесь где-то вот как-то и вот наверх. И нам куда-то наверх, да. А-а-а. Тихо, сейчас она тебя продамажит, да. Вообще она сплошная. Там кнут наверху, смотри, потенциальный. Тут портал. Ну, он туда сейчас кинет, небось. Да, скорее всего. Да. А, да. Кнут. Молодец. И в тот же вот портал туда. А-а-а, зёпа. Зёпа, кнут. И еще. Порталити. Зараза. Куда? Мало, очень мало хп. 4,5. Скотина страшная. Куда лететь? Непонятно. Туда, наверх. Мне жопа, да? Дамажит. Почти! О, фига мы тут. Да этот, понятно, что мы тут. Ой. Ну, хотелось бы не тут. Эх, жопа. Все. Даш. Переливашку на фулку. Это нехорошо. Да.
Во. Возможно, эта фигня рухнет. Ну, меня подвинут, может. Сейчас, ну да. Заставочка. Нет, что-то... Не конец. А, о! Не, ну сейчас бежать или еще что-нибудь. Скорее всего, да. Или мы открыли проход какой-то. Опа, 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 опа. Угу. Два опыта потайных, которые мы не нашли. Ой, у меня геймпад сел. Это старые батарейки или нет? А фиг его знает. Ну вообще в прошлый раз мы заряжали эти икеевские. Да. Там вот лежат. Я просто уже запутался. Я тоже. Какие есть какие? Ну и, видимо, идти на центр, это вполне. Да, можно через портальчик. А? О! Опет. Опет один. И он на той стороне. Ну там тоже какая-то жесть. Тоже, по-моему, там колесо. Ой-ой-ой, да плющ ну, ты стреляй ты уже. Господи. Вау. И он был где-то выше, скорее всего. Он, наверное, вот там, да, в том закутке. Алло, две пол жизни. Жив цел орел. Это тупо фарт. Палево. Вообще засейвиться даже нигде не знаю. Что за агрессивная среда? Так, ну чё, теперь вниз. Да. Она просто вниз падает тут, да? Да. Да, и все по колючке. Ау. Так. Ну. Не, вряд ли. А, карты не будет, да? Не, не будет. Оп, окей. Больше не бежит. О? Интересно, подвох будет? Конечно. Не, вот от хороших духов. Типа. Сейчас опять сгорят какие-нибудь совы, и мы будем виноваты. Угу. Или еще кто-нибудь.
прикажет Аренку стать этим светильником древесным. У меня была такая мысль. Типа, чтобы спасти эту совенку, ему там надо будет сейчас пожертвовать собой. Да не, ну это вообще писос. Это будет жесткий писос в стиле Ори. Я хочу третью часть. Не будет, потому что Ори перевоплотится. Ну не знаю. Смотри, надо, во-первых, дерево и катапульту вверх. Мы не можем регенить энергию. Да, катапульта, чтобы взлетать вверх. Дерево у нас, окей, есть. Хотя, не знаю, по мне так, наверное, проще один раз урон получить от этой штуки. Сколько вот он наносит, когда он пролетает? Ну, одну жизнь точно. Тогда дерево выгоднее, потому что прыжок забирает, по-моему, капустку одну. Синий. Да. А дальше? Тут надо все стреляющееся. Тут никакие мечи, никакие молотки не помогут. Да, только стреляющее все жрет энергию. Вот этот пуск наш, чтобы спасаться, наверное, да? С одной стороны, да. А с другой стороны, не уверен. Ты снял скилл. Ну или хз, или запускать себя к ей, к ее голове, и прям бить ее по голове, не долететь. Мне не хватит энергии. Она у меня кончится, я не смогу потом регенить хп. Печаль. Оп. Дамаг был все равно. О. Ну этот-то наносит дамаг, но энергия тратится много. Вот этими вообще очень мало. Блин, не тот скилл. Вот это, конечно, хорошо. Да. Там еще и дамаг от пожара идет. Да. Блин. Ух, он недалеко летит. Осталось... и, в общем-то, энергии нету больше. Да. О, чё, всё? Что-то пошло. Смотри. Мы ее просадили немножко, типа. Видимо, да. Куда-то, наверное, бежать. Куда? Не знаю. Беги. Беги! Импульс! Была бы энергия. Давай. Этот импульс использовать. Кстати, он у нас юзается без маны. Ну да, импульс без маны юзается. Песочек! Не знаю куда.
продолжение. ЗБС, у нас осталась энергия. Да я вижу, взять ее не могу. Потому что мне бить нечем. Я взяла. Бэшку снял. Знаю. Ну, импульс снимать нельзя, мне кажется. Да. Пуск, который. Меня сожрали. А, скилл опять, да? Что? Да ничего. Заходы сбоку. Да е-мое, зажми. Видишь, курица? Да е-мое. Ой. Тихо-тихо-тихо. А энергии нет, ЗБС. Интересно, когда она регнется. Слушай, обрати внимание, у нас там да, есть вижу. Такая вот штучка. Во-во-во, смотри, поднимается говнина. Дамаг пошел. Как ее атаковать? Взлетать и по морде, взлетать и по морде? Взлетать не могу. Ну, вот этой бэшкой. Который пуск. Ну и столько да, так. Тын и по морде. Воу, это мы вовремя. Ну что, она собирается что-нибудь сюда приходить-то, нет? Ой-ой-ой, мама мия! Что с этим делать? Энергия. Очень да быстро ё-моё. Улетает. Очень быстро. Мох снова доступен. Ты там не перебди в облака. Облака да. Тоже фиолетовые. Блин, жесть. О, вот это вообще ништяк было. Вообще замечательно. Плохо то, что она очень мало сидит. Ой-ой-ой, прям как неудачно. Вот она. Еще. Да это ж скотина-то, а. Так, сейчас будет это. Одна жизнь. Все, зараза. Норм. Ну все. Энерджи. Осколки. Не вижу. С небом. Зараза такая. Прыжок. Да блин, все равно попало. Боковой. Еще прыжок. А, нет, норм. Я думала, аура поднимется. Нет, у него по сравнению с ней очень маленький рейндж. Ой, не хочу. Это...
Прыжок. Ну, это что-то скотина, да? Ой-ой-ой. Пипец. Я вот не попадаю, она попадает, зараза такая. Да блин. Очень он медленно размахивает этим молотком. К сожалению. А, осколки с неба. Сейчас будет либо аура, либо круг. На, раз, два, три. Алло, луч. Да блин. Да господи, ни разу не попал. Прыжок. Два. Три. Плевочки. Прыжок. Бегим. Я застрял. Три. Энергия. Жаль, хвост нельзя подпалить. Плевочки. С неба осколки. По диагонали не в ту сторону. Да поздно. А. Аура. Да блин, а вот сверху не бьет ее. Ну, сейчас опять этот хрен с ним будет палить. Осколки с неба. Из ауры выходи, ты. Да знаю. По диагонали. Ага, аура. Ну, энергия-то когда отрегенится, алло. Угу. Раз 10 лет, ага. А-а-а! Да ё-моё. Так по земле, походу, нереально на земле стоять, когда они падают. На! Неплохо. Вау. Ой-ой-ой, это жестко прям. По диагонали прыжок, ага. То же самое по горизонтали, наверх. Отлично. Ой, ты мерзкая курица. Аура. Шикарно. Аж три удара сделала. А, плевочки, скорее всего, сейчас будут. Ну, плевочки на такой маленький дамаг, что вот не хочется страдать. Угу. Блин. Понятно. Раз, два, три. Ой. Три. Там земля обвалилась. О-о-о!
Может, нам и надо вниз бежать? Нет, не думаю. Не дает, да? Это типа усложнение. Я поняла. Да. Скотина. Энергия. Давай сделаем так. Блять. Осколки с неба. Вверх прыжок. А, раз, два, три. Да ты ж тварь. Аура. Сейчас орать будет, да? Шикарно. Но вот эти вот ее единственные зависания позволяют нанести дома. Сейчас будут эти сверху. Осколки с него? Два, три. Подожди, я не вижу ничего. По осколкам нам надо наверх. Мадре, 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 боже. Нет. Сверху пиздец. Окей, что делать? А делать-то что? Они шутят, что ли? Они... В воздухе с ним махаться. Круто. Во. Я себя потерял. Вижу. Трешок. Что делать-то? Еще чуть-чуть. Блять. А, ну окей. Не все так плохо. Это осталось как раз последнее. Вот это вот финальное. Энерджи. Зараза. Она все типа раздолбала. Да. Тварина. Гондурасня. Это боковая атака снимает две жизни. Это жопа, конечно. Скотина! Четыре, три с половиной. Но. Прям кропаля, кропаля. Так. Сучка. Боковая, ага. Да горизонтальная. Ее не хер поймешь порой, откуда она полетит. Там направление, в принципе. Ты думаешь, его видно порой? Нет, конечно. Иногда вообще не видно. Ну, да что ж не достает-то, да, ну. Вниз. Туда.
Туда. О! Ух, хер. Да ты что? Она оставалась, по-моему, 3 хп или 2. Эти так, видимо, не доплыли. Ну вот, доехали же. Лемуры обнимают свои хвосты. Угу. Да, я вообще похож, как будто из одного гнезда. Ну, хз. Живая печка еще. Хз, я думаю, это ее родители. Поэтому не похоже. Не, просто в первой части тоже нам показывали все время, вот именно вот этих, по-моему, показывали или нет? Нет, вроде. Хотя не помню. Может быть и да. Ужасная игра. Да. Даже монстров жалко. Не то слово. Недолюбленный монстрик. Да куда ты рукой-то на колючку-то, господи? Нормально, помнишь, как в первой воре? Он полз, когда был голодненький. Да. Опять пирог где-то просрал по дороге. У них вообще удивительное вот это вот. Или это не его? Зачем выкинул-то? Сейчас засосет его в себя. Крылышко починилось, отрегенилось. У него какой-то подбитый глаз.
как новое дерево. Скорее всего. Сова-то растет. Угу. Маки тоже что-то натырили. Сов там уже небось это размером с птеродактиля. Маленький орёнок. Да. Ну, это конец, скорее всего, да. Угу. Мы деревню не дообкрытили, моком домики не достроили. Ой. Один драматизм, фу. Да ужас. Да кто же думал, может, они там, типа, мы спасли и нас бы отпустили в свободное плавание неба. Ну, да. А как так уж хорошо, но грустно. Хорошая как бы игра, еще классная. Много всего нового, интересного. Я не знаю, планируют ли они третью часть. Если только вот они сделают из этого семечка, листика. Прям грусть. Ну вообще детям нельзя играть. Не для детей. Вообще вон показали уже. Паучок опирался на эту. Ну в том-то и дело, что они все умерли от старости. Да. Сколько времени прошло, дерево выросло. Это же, простите, не 5 лет, не 10. Сова стала огромной уже, то есть она выросла. Угу. Да? Но она, скорее всего, так, кстати, жива, во-первых, все в этом жители. Нару умерла и тоже, и паучок от старости. Да. А еще мне интересно, что с этим, да. С совой, которая это, ну, там темная. Я думала, тоже мы как паука ее освободим. Там, я не знаю, может, там поможем, где можно тоже под властью какой-то вот этой скверны. Там, типа, да мы ее нет, очистим, она поможем. Нет, она же под властью она была изначально-то такой миленькой. Ну, вот. А стал злой-то от того, что ее все это... Ну, шпыняли, типа, ее никто не понял, там, да, друзей у нее не было. Ну, одиночество. Ну, в общем... грусть. Всё. Ну да, Аори стал второй Ивой, типа того. Да. Вот, но уже там родил новое поколение духов, вот этих вот листочек, угу. Наверное, духи. Эх, да, какой-то не хэппи-энд. Ну что ж. Ну, на этой трагической ноте всем пока. Пока.